приехали пивачи. Кто у нас самый лучший папуся в мире? Самый лучший папуся у нас Виталечка. Да, Виталечка. Идем вкусно кушать. Прикольное место. Главное не треснуть в этом месте. Главное не переедать, да? И помнить о фигуре. Помните о фигуре. Пойдемте, пойдемте. Ой, какой орел красивый. Олень. Альбина. Будем пить яды. А пойдемте. Давайте вам сделаю обзор, что здесь есть. Сладенькие рулетики. Вот это очень вкусные такие красненькие, кремообразные, как сладюшки. Эклерчики очень вкусные. С этим. Короче, вы поняли. Это типа чизкейка, мне не понравился. Вот это прикольно. Тут у нас бананы в соусе, какие-то тесточка, дальше идут яблоки, клубника, ананас, апельсин, дыни. Давайте пойдем так. Очень вкусные курицы с соусом, картошка, разные виды, блинчики, макароны, какой-то пончик. Это что-то типа тоже соленое. Дальше пиццы разные, булки, макароны, это у нас курица, это у нас тоже курица и это курица, три разных вида курицы. Идем дальше, это все за $12, ешь сколько хочешь от вас. Картошечка, креветочки, рыба такая и рыба такая. Большие креветки. А там у нас готовятся, если вам нужно свежее, здесь у нас можно набирать все свежее. Креветочки, мясо, видите, говядина, куриное мясо. Креветки, рис, куча всяких овощей, крабовые палки. И можно это все пожарить. А тут у нас суши. Суши разные суши. Вот такие берет не хочу. А тут у нас рис и лапша китайская, тонкая. Кто такое любит? Такое любит мой сынок. Рисовая лапша. Такие макароны, рис. Очень вкусная кукуруза. Эти пирожки очень такие, варенички с мясом. То есть суп какой-то яичный, это тоже с грибной, это тоже какой-то. Я такое не ела. Давайте туда пойдем. Мидии. Не знаю, что они в этот раз с ними сделали. Они очень острые. У меня прям все пекло. Курица. Значит, брокколи, лук, брокколи, грибы. Или такой, как шашлык. Дальше. Сладкая картошка. Курица в панировке. Еще крылышки в панировке. Картошка фри. Шашлык. Колбаски, которые можно нарезать. Раки. Тут у нас отдельным лотом идет мороженое, все виды, которые есть, много. Бери, нагребай.
хоть два ведра ешь. И тут у нас последнее. Тут у нас капуста, огурцы, яйца, помидоры нарезаны, разные листья, креветки, кстати, с макаронами. И соусы, миллион соусов, оливки, маслины, желешки. Очень вкусные, мы всегда кушаем их. Два вида иногда бывают. Желтый, такой вот как пудинг. Ананасы, дыни, лимоны, апельсины. Вот так вот все это выглядит. Повторюсь, ты есть, может быть, сколько угодно. Суши, что хочешь. Жмуши, сладкое. Что хочешь, то и ешь, короче. Никто тебе слова не скажет. Эта штучка вкусная. Мягкая, нежная. Тут фонтанчики льются. Смотрите, что я набрала. Тут у меня суши, креветки. Много очень имбиря. Кукурузка очень вкусная здесь. Ну и такая вреднятинка. Кристиночка. Это у нас папуся взял первый заходик. Альбина, Никита у нас по суше выступает. Мои принцессочки. И счастливая мамуся. Пришло время десертика. Показываю. Банан в соусе. Это такой чизкейк. Это мягенькое такое пастообразное. Клубничка набрала. Желешки. Дынька. И эклерчик. Это просто идеально. Просто красиво. Невозможно. Просто невозможно красиво. Пару слов. Как вам десерт? Просто красота, ребят. У Альбины десертик такой. Просто космический по цвету. Бусинки мои. Это Никитосик себе навалил. Мороженка. Палочками. Какая вкусняшечка у Кристины. Что туда навалила? Шоколадное. Это мятное зеленое? Strawberry. Strawberry. И соус. А где ты соус-то взяла? С бананов? Да. Нормально, творческая личность. Бананы подаются вот с таким соусом, она на мороженку капнула. Сыночек, что у тебя вкусненького? Палочки. А что ты все палочками ешь, сынок? Ты свою жену тоже палочками будешь трогать? Он все палочками ест. Папин десерт подоспел. Папа у нас рекордсмен по десертам. Это он, для сравнения, он ничего не собирался кушать из десертов. Но навалил себе так нехисло. Молодец, драгоценный. Ты свои $12 съел. Наелись страшные дела. Папа оставляет на чай. Сейчас у него проблемы с арифметикой, но ничего. Хорошо? Хорошо, сидим. Слава Богу. Мы уже собираемся домой. Выехали мы из Кибачи, наелись, счастливые, как тысячу китайцев. Даже не 100, а 1000. Солнце шпарит, я не знаю, градусов, наверное, 30. Мы сытые. Какие и довольные. Больше всех довольны у нас. Он уже даже пошел спать в машину. Пока мы там сидели, болтали. Пошел, говорит, я буду спать. Едем мы. Вот такое вот. Вот такое вот здание. Зеркальненькое. Смотрит на нас. Едем до дома. Едем домой, и прямо перед нами эти две башни. Так красиво. Это Атланта, ребята. Атланта днем. Лепотулечка, красотулечка. А небо сегодня идеально ровного цвета. Вчера любое было, а сегодня идеально ровное. Класс.
Атланта горит, сейчас светло.